каждый может подумать, что мы конкурируем между собой. Вот поэтому я очень хотела, чтобы Эмин был со мной, чтобы доказать вам, что даже в таком большом деле, как фестиваль, есть возможность между собой дружить. Вот жара и рандеву, мы дружим. Больше того, у нас сейчас есть прямая возможность из Риги тут же полететь в Баку. Да. Так что больше Владимир будет у вас. Мы так сейчас Влад, я к тебе. Ты ко мне? Да. Давай. Ты меня уважаешь, ты уважаешь. Да, уважаю. К сожалению, да, я объехала те места, которые я любила, начиная от летнего театра, заканчивая туристом пляжем, который сейчас уже называется иначе, и все уже иначе. И эти стаканчики с вишневым вареньем, и все это так было. Это для меня стал старый год в памяти. И, к сожалению, я не прошла по этим местам. Значит, у меня есть еще что-то. Мы тебя проведем. Есть куда стремиться. У меня есть песни, которые я собираюсь петь, но сейчас, если я скажу, я все испорчу. Потому что она необычная, она немножко с иронией такая. И как будто бы примитивная, но при этом мне всегда нравится как анекдот. Знаете, когда есть поворот. Это, в этой песне то же самое. Смысл один, как бы я пою, а нет, не могу рассказать, не имею права. Вот с первого фестиваля «Жары» договорились с вами, что мы, во-первых, будем разделять все по датам, чтобы артистам было удобно, чтобы не пересекаться. Это важный момент. Мы с Владимиром каждый год и спрашиваем, когда Владимир Кламеш, как бы сделать так, чтобы жара была там, после или раньше. Это первое. Второе, что касается «Жары», каждый год приходится придумывать что-то новое, потому что у нас все-таки телевизионный фестиваль Первого канала, поэтому здесь помимо меня еще есть куча людей, которые принимают решения. Да? И, соответственно, каждый год мы ищем какие-то поводы, и юбилеи артистов, и какие-то круглые даты. В этом году 30 лет группы «Любэ», будет творческий вечер, юбилей Владимира Кузьмина. Потом мы решили сделать вечер хитов 90-х, 2000-х. Молодежи, поколения Z. У любого фестиваля, как вы понимаете, есть такая закулисная жизнь, есть вечеринки. Иногда даже самое интересное, веселое попадает, может быть, не всегда в эфир того, что снимается непосредственно на сцене. Поэтому я решил вот это все экранизировать. Мы написали несколько сценариев, выбрали один. Главную роль сыграла Диана Пожарская, потрясающая актриса, лицо Шаны в России. И это романтическая комедия, в которой также приняли участие огромное количество артистов, в том числе на Николай Басков и многие другие. То есть это действительно получилось, вот мы сейчас закончили монтаж, сейчас я озвучу. Очень смешное кино, настоящая комедия, которая полностью отображает дух лета, счастье, хорошее настроение и раскрывает какие-то закулисные интересные моменты.